Сегодня мы испытываем оригинал кулатуры, а вот этим не спать дальше. Оригинал внутри этой упаковки. Оригинал не таких упаковках, как вы знаете, но это же из почты. Так, открываем секретный замочек. Опа! Так, на это не смотрите. На это не смотреть. Никому не запрещается канал, вот это смотрите. Только кто придумал вот так все это сделать, чтобы мне руки портятся, не ногти уже. Ногти я портила в побегах, конечно, но руки еще пальцы еще оторвутся. Трюм не открывается. Сейчас открою и быстренько начну распаковать. А вдруг бук не получилось. Что? Да ё-моё. Опа. Ладно. Так, я смотрю там оригинал. Раз, два, три. Это необычный оригинал. Я не представляла, что это было за девочка. Это написано LOL, бутылочка. Нет, Ере, пап, мы какого шара ждали? Не такого мы ждали шара. Но такие есть в оригинале тоже. Это из другого сезона. Какой-то помятый. Так, скажи. Вот. Эта девочка тоже, это тоже из оригинала где-то есть, я помню. Так, и открываем первый слой. Интересно, какая подсказочка? Нас просто будто разорили. Надеюсь, по замку пойдет. И здесь в оригинале тоже. Это не подделка, люди? Пап. Так, я все просмотрела. Всем. Стрихот на бутылочке. Написано LOL. Да, это оригинал, люди. Первый оригинал. Хотела хлопать. Только не могу. Только этот оригинал открывается... Ой, я никогда не знала, как оригинал открывается правильно. Блин, с оригиналами тоже такое бывает. Поэтому ничего страшного. С оригиналами тоже такое бывает в жизни, если честно. Кто-то даже лучше ногти. Ну, честно, мне самой очень интересно, что в этом шаре. Что я снимаю? А то забуду на всю жизнь. Подсказка! А, люди, что это за люди? Так, прочитайте кто-то, я не знаю вот это. Вы знаете? Ну, по-английски. Люди. Предали меня. Платье плюс какой-то... Интересно, какая мне куколка попадется. Это мой первый оригинал, потому что у меня все подделки. Я подделка тоже. Поэтому первый оригинал. И что заказывается? Колосяне. Все. Придет через 4 дня. Через 3. Да, через 3. А может через 4 вам прийти или 2. Через 2, но это из Минска. Поэтому кто живет в Минске, поэтому не радуйтесь. Вот там будете... Вот там вы будете покупать именно шар. Вот, только советую вам оригинал. Пац. Наклеечки. Рубить. Первый раз. Наклеечки, значит, хотела клопнуть. Если что, я еще вот так штуку, это считается клопной. Потому что у меня цикетка. А в оригиналах такое бывает часто? Так. Давай махай головой. Махай головой. Значит, знаешь оригиналы. А почему тогда не сказал? Одно что. А что я спросила тебя в тот раз? Так, если что, здесь было раньше наклейки выросли. Поэтому...
Стопай, что? Мне уже страшно. Шар. Оригинал. А еще вот такой упаковки. Первая моя вот такая упаковка. Мне здесь случился баг, просто память закончилась. Мы, короче, открыли два слоя, все не снялось. И у нас попалась вот такая подсказочка. И вот такие наклеечки. Можете почитать, только это смешно. Вот самое вот это. Робби пис-пис. Робби пис-пис. Открываем следующие слои. А кто это понимает, вот это почитать можешь, пап? Это. Вы шутите, люди? Если розовый шарик, розовые люди, почему розовые, именно розовые? Но зато. Опа! Бутылочку я не вижу. Мама! Колера цвета. Пинка цвета. Настоящий пинк. Домница в студию за минуту пришли. Ничего не перерезали, по-честному. Просто я сама никто выдевала. Там волшебство было, если что. Никто это не видел, что я брала ножницы. Надеюсь, я это не знаю. Ну ладно, это не одно ты не знал такое. Муж помог. О, это моя мечта, наверное. Бутылочка. Наполняющая воду. Пока что это оригинал, как вы видите. Сравните вот эту куколку с вот этими вещами. У меня бутылочка. Отвратите, говорю. Заказывайте. Говорю, я сама не хотела заказать, а вот что добилась. Заказала и пришло. Через 3 дня. Я в первый раз открываю оригинал, если что. Поэтому не сидите, много еще что-то я делаю неправильно. И не понимаю, как открывать оригинал. И видел что-то не короче, но я знаю, что эти куколки первый мой оригинал. Я знаю. И с оригиналом напишите, пожалуйста. Такое бывает, что вот такие свои портишь руки. У меня такое самое первое. Поэтому я привыкаю. У меня тоже подделки такие, поэтому... Я лобаюсь. Это нормально. Это нормальные люди. Так. Этот я уже взяла. Я уже видела. Ботиночки! Но если я не буду мучиться, сейчас... Я сделаю одну штучку, как папа сделаю, и как и я сделаю. Только ботиночки отодвигайте в сторону, где вы будете отрезать. Потому что порежете еще первый оригинал, самый дорогой. Поэтому вот так. Так, не выключаем камеру, не выключаем камеру по моему приказу. Ничего страшного, шарик даже не открылся, ничего не попортилось. Не выключаем камеру, не выключаем камеру. И не выключаем камеру, повторяю, никому. Вот такие ножницы купил. Скажите, пожалуйста. Перережу, выключай. Настоящая, не знаю, кто, но я не говорю на себя. Смотрите, какие миленькие ботиночки! Вау! Мам, посмотри на них! Такие миленькие! Они двоем не правы? Видишь, тут не видно, какой правый, какой левый. Да, здесь видно, какой правый, какой левый! Оригинал! Ставим ботиночки на сцену. Смотрите, сравните эти ботинки с этими! Опа! Вот, на самой куколке видно. А сейчас платье срамим. Платье классное.
не Эльфиэль. Нет. По-честному, если это будет оригинал, просто божественный, я не знаю. Я буду просить на день рождения опять маленькую малышу. Потом еще раз большую, потом маленькую, потом большую, потом маленькую, большую. Ну, короче, так будет минус 50 рублей, и минус 50 рублей, и минус 50 рублей, и минус 50, ну, короче, это будет 50 рублей. Это будет год, каждый минус 50 рублей. Вот так. У-у-у, залипнула. Я уже подумала, черная на моем оригинале. Так, меньше болтать, быстрее открыть. Смотрите, вы видите, как я перекидываю такую одну штучку. Нужно быстрее открывать, потому что память опять закончится. И открываем люк. Люк — это божественно. Раз, два, три. И знаю, как открывать теперь платьишко. Давайте вам объясню. Вот, дергайте. Какое платье, смотрите, люденьки, какие они классные. Платье вот такое красивенькое. Красота, мама, смотри. Красивое платье. Очень красивое платье. Мне нравится. Так, на ключики. Куда вы убежали от меня? И теперь дождак. Расеньки! Смотрите все на меня. Двосеньки. И трисеньки. Так, сначала самое важное. Аксессуар. Аксессуар. Да. Я серьезно, потому что... Как? Вот, скажу. Аксессуар. Я даже могу показать. Вот. Вот аксессуар, а потом сама куколка. Опа. Поэтому я все почету. А потом мы рассмотрим, ну, вкладыши и все такое. Никуда. А почему здесь маленькая? А, большая. Так, я пока что все выложу. Ни одной жилочки нету. Такую. Что там такое? Ладно. ЭОЛ написано. И раз, два, три. Нет, это самый мой первый оригинал, поэтому я всегда закрываю интригу, делаю, а во втором могу не делать. Люди, а что это такое? Что это? Что это? Кепочка от солнца. Что, кепочка? Ну, я на голову, кепочка или бусики одна. Вау! Люди! Мам, спасибо огромное. Так, давайте мы рассмотрим этот вкладыш. Вот сзади. Написано L-O-L, не Q-L. Давайте мы рассмотрим. Первой картинки вам нельзя. О, короче, здесь очень много. Она умеет у нас менять цвет. Сестренки тоже умеют менять цвет, только сестренки не будут в комплекте. И, например, они меняют цвет, писаться, или плюются, или плачут. Наполняешь бутылочку в воду, потом поешь куколку и нажимаешь на голову и проверяешь, что она умеет. А в холодной воде она должна поменять цвет, если только поменяет, если она может менять цвет. Этот вкладыш я ставлю. Я не понимаю, вкладыш, но все равно. Так, убираю чуть-чуть куколку. Убираю куколку, рассмотрим все. Я главное, чтобы... Блин, я вот такую себе хочу. Я вот такую себе хочу очень. А Ханнибан что-то не хочется. Интересно, кто... Я на пупсика буду все смотреть. Вау, я такую себе хочу. Я, кстати, давно вот такую себе хотела. И я очень-очень хочу. Я на задник. Вау, посмотрите на нее. Я бы хотела такую себе платую. Блестящийся. Я, короче, пока что не нашла свои, поэтому... Убираем. Так, я все рассмотрела. Да. Начинаем. Я глаза вижу. Раз. Все с
смотрит на меня. Два, три. Интересно, кто у меня попался? Здесь я говорю, это ютуберша, это девочка. И забыла, вот, эта ручка, которую держишь. Штучку. Ну, короче, потом все покажу вам. Я случайно забыла все показать дальше. Я очень-очень нервная перед этим. Вау! Какая красивая куколка! Мне колготочки! Вау! Это сама была нарисована на рисунке! Какая милашка! Смотрите на нее! Нужно проверить, что она умеет. Конечно, мне прямо сейчас нужна. Кто несет мне воду в студию? А что это у нее? А что это у нее такое? А воду кто будет нести в студию? В студию. А потом ее очень быстро надену и посмотрю на нее. Надетой. Что-то неприятно ей, наверное, голенькой ходить. Мне сейчас нету времени на это все. Мне нужно очень поторопиться и все делать. А вот эту аксессуар я на нее не надену, потому что я не поняла, как надевать ее. Потом в следующем видео покажу. Все, покажу в следующем видео. Проверяем. Так, она у меня не меняет цвет, не меняет. А... Кажется, она может менять, только лед должен быть. Но мы там проверим, но нам все скажем, что она умеет. Она умеет плеваться, как мои все куколки, обидно. Я... Смотрите, что нужно было сделать. Точка плохо нажимается. Она мне бутылку не отдала. Дай бутылку. Хитрюшка маленькая. Она плюется умеет. Как мои все куколки. Может, она писаться умеет. Тоже еще. Меняет цвет. Она не меняет цвет. Ну, крутее. Всем пока. До новых встреч. Пока. Выключайте камеру.